Привет всем, кто меня смотрит. Это Сергей, канал «Жизнь в Украине». Хочу рассказать тем, кто сейчас находится не в Украине, несколько слов о том, что сейчас у нас происходит с рынком валют. Гривна дешевеет все больше и больше. Сегодня 24 февраля на межбанковском рынке, рынок черных рук, курс 1 доллара равняется 35 гривнам, курс 1 евро. Утром я видел отметку в 39 гривен, сейчас 38,20 копеек, 38,50 копеек. Еще раз повторю, 1 евро у нас стоит 38,39 гривен, 1 доллар 35 гривен. Вот так. Это не считая того, что у нас в стране война, гибнут люди, атакуются города, уничтожаются города, другие населенные пункты в Донецкой и Луганской области. Если еще немножко углубиться в эту тему, хочу вам рассказать, что сейчас в магазинах происходит некий ажиотаж на раскупку круп, сахара, соли и подсолнечного масла. Вот в прошлые выходные я был в нескольких супермаркетах Житомира, и вечером там не было сахара, не было половины круп фасованных, половины круп рассыпных, вермишели, различных макарон. Также люди раскупили все самое дешевое подсолнечное масло. Раскупали, потому что тогда еще была старая цена, это у нас тогда еще был курс поменьше. А сегодня уже другие цены. Вот на сахар был еще вчера 10 гривен за килограмм. Сегодня я уже слышал по 12 и по 15. Также я видел в одном из магазинов пустые полки с товарами и с химического производства. Имеется в виду мыло и зубная паста. Почему-то также люди их раскупили. Ну, вероятно, потому что это тоже импортный товар, и он напрямую зависит от доллара. Сколько сегодня стоит килограмм бананов, еще не знаю, я пойду посмотрю. Последний раз я видел их по 34 гривны за килограмм, сейчас ради интереса пойду схожу посмотрю. У меня есть рядом магазин, я ориентируюсь по цене на бананы, ориентируюсь в соотношении с курсом доллара или евро. Очень резкая идет реакция. Вот так нам сейчас живется. Да, сейчас, кстати, вообще возьму ради интереса, пойду схожу в магазин, приду вам расскажу некоторые продукты, что почем. Ждите продолжения. Это снова я, только что вернулся из магазина. Магазин — это сеть дискаунтеров АТБ. Сегодня, повторюсь, 24, сейчас посмотрю точно, 24 февраля, сейчас 11 часов утра, в магазине как не было, так и нет на полке муки. Мука пишется, что в дороге. Цены на муку выставлены, изменены уже сегодняшние. Какая цена на муку, я, к сожалению, не запомнил. Банан 1 килограмм держится на уровне 32 гривен. Рис длинный 22 гривны за килограмм. 1 килограмм гречки 17,75. Эти продукты есть. Снова я не увидел самых дешевых видов подсолнечного масла. Там полки пустые. Остальные крупы есть. Еще звонил только что другу, который работает в эко-маркете. Он сказал, что у них бананчики по 34 гривны за килограмм, а сахар по 12 гривен с чем-то за килограмм, но сахара нет. Вчера оптовики все выкупили. Жизнь становится все веселее и веселее. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать на данный момент. Думайте. Пока.